Слушай, твой читерский ДПС Ну, ничего блин, не ну хоть меняет. один пост, где что-то доделаю, ну, блин. БДСМ убежал. Шаман там что-нибудь с инфернал. О, тренька выпала, блин, заебатая. В ожидании спины. Мальчики, тотем, уберите, пожалуйста. Маки, дайте какой-нибудь хрен сожрать. Окс. А у меня с точностью да наоборот, мартовский. На четвертом, я на третьем. Ноздря в ноздрю. По урону. По урону матовский на четвертом, по ДПС на третьем. У меня по урону показывает 10 300, извиняюсь, 10 354, а у него 10 353 по ДПС. Ну, 10 358. Ну, тут от дистанции зависит. Что-то у кого-то не посчиталось. Либо у меня, либо у него. Так, Роги, да, вы сидите на крестике на локе, сбиваете ему хосты. Точнее, у нас один Рога. А на лок, значит, у нас пойдет Рога Ханги, и с ним пойдет... Тоже сбивать ему косты, Диксир тоже, пойдешь на Лока. Ханги и Диксир, вы идете на Лока, сбиваете ему косты. А, первым будем бить Ханта, первую притяжку даст Диксир, вторую притяжку даст Флоубэк. А, маги, оба мага, Ямаха и Мегана, морфим мага, пока бьем Ханта, поэтому не ауешьте на Ханте, пожалуйста. А, пуржить, пуржить будет активно, пуржить будет Инфинити. Инфинити попуржишь? Инфинити. Инфинити. Ты тут? На присутствие. Инфинити, ты слышишь меня? Попуржишь Ханта, потом маг, потом, в общем, всех, кого мы бьем, пока живое бревно. Прям очень активно пуржишь. Так, на варе у нас постоит. На варе у нас постоит Палмак. На варе. На роге. На роге у нас постоит Крипта. Крипта, ты будешь на роге. Так. Что у нас еще по танкам-то есть хорошего? Мартовский, спекнись, пожалуйста, в танка. Мартовский еще и танк. Мартовский топ-танк. Мартовский, ты постоишь на Энхе. Так, вроде никого не забыла.
3 строго. Крипто на роге. А на ДК я. На ДК я поставила же, да, кому-то. Тут соображаю уже. Так. На Варе у нас Толмак. На Эмфе у нас Мартовский. На роге у нас Крипто. Так, у нас есть еще ДК. БДСМ. Спекайся. БДСМ ты будешь на ДК. В принципе, все. Первый хант. Маги овцуют мага, соратника своего. Шаманы, по возможности, там тоже клакушку у него кидайте. Маг очень сильно бьет. Так. Ну, в принципе, все. Чем на поле погнали. Пойдемте все на эту сторону. Ксюша, кидай первый морф. А, кто его хилит? Как только подойдет, естественно, бегать за ним не надо. Так, по хилам. Инфинити, все, все готовы? Я что-то прослал. Так, по хилам. А, Херметон, нет, не Херметон, а Нерия. Ты, с тебя танки. Сейчас я их поставлю тебе всех в одну пачку, чтобы удобнее было. Первый череп? Да. Танком на правую сторону, чтобы всем перебегать потом с мобами? Нет, к воротам туда упрётесь, вот в эту дырку. И все в одной куче стоите. Кто стоит тут близко? Да. Так, сейчас. Так, все, на раз, два, три танки пошли. Раз, два, три. Погнали, 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 погнали. ДК готовимся тянуть. Первая притяжка, вторая притяжка. Морфы не за... Ну не идите вы туда. Пуржим, пуржим, пуржим. Шаман Инфинити, пуржим. Просто пуржим. Геру, Геру, Геру. Масферы у нас идет целый кучек феров. Лок, отойди, уйди подальше. Каст, лок, кастует, лок, кастует. Маг не морфит. Мага, магу косты позволяют. Сейчас уже мага будем бить. Все, в квадрат, в квадрат. Мир тебе, друг. Лок продолжается контролить. ДК и остальные. Вообще, ДК с притяжками, идите на черную полосу и всех сюда тащите. Не стойте там. Mass Dispel, Mass Dispel, Mass Dispel. Бог опять что-то кастует. Следующий у кого? Крест, крест. Продолжаем пуржить.
Бревно заливайте. Кружочек. И паладина. У кого там милики срываются, тащите сюда. Вар, вижу, вон Тирий хочет к нам сюда, врывается все. Тащи сюда Тирия. Ой, тут рогу у нас врыли. Первую рогу, потом вара. ДК заберите сразу. Да пусть тут... Что, мы там трусы льем? Да, трусы. Потом будем доказывать. Не уводим его далеко. Кружочек. Все, я остальные думаю. Вар, слава, начинайте ближе. Так, в танках у нас остается крипта и калмак. Остальные все в ДД обратно. Можно на светлую череп, пожалуйста? Все взяли темную, кроме Палмака. Палмак берет светлую. Палмак берет светлую, танчит крест. Крипта танчит череп.
Корче, на бак на пол погнали. Все, все готовы. На раз, два, три, танки пошли. Раз, два, три. Пошли, пошли, пошли. Никто не бьет. Сначала ставим, потом уже бьем. Остаемся там. Взяли светлую воронку, переключились в крест. Перебегаем, нет. Сейчас, попозже чуть-чуть. После каста. Все, перебегаем. Взяли темную воронку и переключились в череп. О, выбор. Мне. Да ладно. Мне. В жопу упала. Я же хотел рога идти. Лена, Лена, а кто будет целка рейд? Я. Ты? На. Что, это плохо? Нет, почему плохо? Не. Ну, ты понимаешь, чем я планил, да? Сечешь фишку, да? Нет. Просто потому, что у тебя у приста такой ник, наверное, да? Да. Ну так вот, я просто это думаю, там в ТВК сходить, тактику знаю. Сходим. Какие-то у тебя неточные. Я просто еще не знаю, во-первых, его точно ли его послезавтра у нас откроют. Вот, и что там будет как бы по тактикам. Но я на самом деле немножко рада тому, что всего лишь только один квартал. Что-то я не готова пока к 12 боссам. Еще может такое, что они накатят обнову и все начнет крашиться, как это обычно бывает. Или просто накатят. Я бы накатил. Чертовы выпускные. Да, выпускные отметят, накатят и обнову закатят. Конечно, блин, сначала обратно, или то, что будет целка, потом так это, типа, а может и не будет. А? А если не будет, то какой рейд будет? Еще раз вопрос, повторите, пожалуйста. Если не будет обновы с целка, а то что-нибудь будешь собирать еще? Ну да, придумаем, куда сходить-то в субботу вечером. Да, где?
Гру, маги, гер. А чтоб гру, маги, гер, надо кару гер пройти, да? Я бы в лагерь сходил. Я бы тоже. Но кто нас спрашивает? Там поезд такой хороший, вкусный. На кота. Я бы на оперу сходил. Чем могу помочь? А что там поедем? На оперу бы тоже сходил. А я бы наконец поменял вот эту вот пуху. Я просто 248 и херню. Ты, блин, те же деньги есть за донат. Да ты что, дурак, что ли? Что тут посмотри, вот, в магазине? Так, мартовский котенок, зайчонок, давай в танка. Будешь помогать калмаку трэшек ловить. Медвежонок. Медвежонок, да. Крипто на боссе, калмак с правой стороны, вот где деградация своей псиной прыгает. Калмак, где ты тут у меня? В озере. Мартовский, ты вот с другой стороны, вон там. Мы сейчас пока им так обрадовались, что им перерыв поставили, сейчас там, мне кажется, все в лужах утопится, нет? Там может произойти. Смотри, такая кучка. Кучка такая, покажущая. Там он сидит, плавает. Нет, я тактику сейчас танком рассказываю. Я просто думала, что танки-то не обкашеры. Оказывается, нет, танки обкашеры. Такая кучка просто веселая там в озере плавает. Буль-буль. У меня это за сегодня 4-й ик и 3-й магик с брулем. Да какой веселый! Да. Тут-то вообще у тебя одни рейды. Такой подаренок бежит в белом платье. Идешь на износ прям. Оп-оп-оп, бежит. Прыг-скок. Бежит, мне так весело стало. Мне кажется, переиграл. Я сейчас когда сериал смотреть. Да, походу, что тоже не то. И это хорошо. Так начинается истерика. Так, Палмак, ты с правой стороны, вот здесь вот. Палмак, не туда, в другой, иди сюда. С этой стороны ловишь трэш. Да, вот с этой, все правильно. А мартовский с противоположной, да, все правильно, Мишка уже встал. Все, пошлите все за босса. Сферы я поразливаю, если попаду. Ну не 25 пойдем, либо по десяткам. Чего я? Вони 25, либо по десяткам пойдем. По десяткам идите. Рыба есть. Вот по 25 уже. Так, а что у нас Бэтмен? А, он знаете, у нас... пожалуйста. Бэтмен переовкашал. Вы можете сходить на Уни 25 просто без меня. Я, правда, я очень устала. В смысле, я не устала, я хочу это глазам дать отдохнуть. Сегодня с утра в рейдах, с встречи, так нельзя так хнотеть. Весь день? Весь день. Подожди, ты вообще работаешь? Я главный бухгалтер. Я сегодня сначала и десятку, потом Уни десятку, потом и ПК десятку. Поработать. Потом я сходила в магазин, потом поработала. Директор приходит. Елена, вы закрываете отчетный месяц? Закрываю. Блин, мне так работать, я тоже захочу. Закрывают один за одним. У нас пока покашет. Так, у нас мартовский что-то вылетел, мне это не нравится. А ты что, Ксюша, не работаешь? Работаю, но не так. Работаю иногда, но... Чтобы не работать, надо много учиться. Мартовский, по-моему, вообще вылетел из Дискорда. Много учиться. Вот смотри, зашел. Вылетел, да? Может, он не зайдет вообще? Там ДК не нужен? Не зашел. Блин. Так, Бэтмен у нас где остался. Бэтмен, давай, давай, трольчонок. Бэтмен, трольчонок, давай. Заходи скорей. Перекиньте из гостиной человека. Сейчас перекину.
Вот этот пик 25, у меня сегодня 9-й инф, который я закрываю. 9-й. Я еще себя считала задраткой. То есть ты Кару Геру еще закрыла сегодня? Я сегодня закрыла и к десятку, Они десятку, и ВК десятку, Груль Маги Пик 25, и сейчас Груль Маги Пик 25. Бэтмен, Бэтмен, давай не АФКаш. Борька сегодня психует. Я не психую. Ну, имеется в виду, столько инстол прошло. Ну да. Четверг. Сантехник не пришел, а ты решила, да? У меня на сантехнике деньги резко закончились. Надо будет завтра что-нибудь снести. Бэтмен, вставай. Бэтмен, вставай. Все, Бэтмен бежит. На трэш кто? На трэш у нас кой. Видите, Калмак у нас и мартовский. Крипто на боссе. На пул весь в крипту. В звезду. Дайте каску, пожалуйста, по Бэтмену. И что-нибудь еще. Звезду ваш на пол. Все, крипто, пуляй. Пуляй, пуляй, пуляй. Сверху, сверху. Уже. Прям видишь, как под босса прям. Копатели не бейте, пока налет их не поставили. Не бейте копатели. Они вообще выходили уже, нет? Все, да. Уже он одно убили уже. Все, еще копатели вышли. Все к озеру побежали. Макс, постарайся налет не заводить, а про таунсер, катить его до конца. Босс вышел? Босс вышел. Побурстите-ка чуть-чуть босс. Копатели пока через аудио.
Ну, води крипт, сейчас попробуем перевести. Мы жуков залили? Все, жуков заливаем. Геру, давай. Ой-ой, хилы, не психуйте так. Все, только крипту на фул, остальных 20% максимум. Не оверхилите, но... Да я вообще не хилю, я тебе говорю. Я даже ход перестал кидать. Это все Бэтмен наверняка спавловый на пару. Каглан танка держим. Лагает, что ли, не пойму? Да, да, да. Очень лагает. Очень сильно лагает. Это все из-за вас. Блять, ебаный херус, сука. 68 тысяч осталось. Нет, только не это. Ну не надо. Сейчас отвиснет, походу. Не. Слишком долго. Да, отвиснет. А. Рус, я не продала. Не совсем. Ну я просто боюсь, что сейчас. Еще висит. Я. Опять болит. Слышишь, Рус, я дала ну, это. Я вижу, вижу, вижу. Вроде развис. На Олю, чё, как? 25-ку? Ой, тут у вас смертных, для кого там, маги? Да, магу надо. Девичья любовь, плащ, хилы и приор, ролим. Что за плащ? Всё, начислите ЕП там. Я начислила уже. Павлова 70. Плащ чисто ДЦшная, вот Павловая, дайте. Так, Тринка ДДшная. Так, Infinity на офспек, а нет, Infinity на мейнспек, Yamaha. Так, Infinity Creor 3.2, Yamaha 2, Infinity твое. Так, мы по десяткам пойдем или по 25-кам? Пойдемте в 25-ку. Кольцо на дух. Промяну пати. ЕП-шку давали? ЕП-шки да. Давай, Павлу. Да, Павлову отдавайте. Все, никто не ролит. Павлова отсюда выйдет. Рукавички, РПБ, крит. 250. Так, Рус, тебе на дис. Угу. Всем спасибо, пока. Тебе тоже. Тебе тоже. Херметон. Короче, по десяткам, видимо, идем. Разбежались люди, или нет? Ну, я на рогу пошел. Я уже двумя персами все сделал.
Выбор ролем на main spec приорг. Макс, ты че не ролишь? Кем? Я же паладином шел. Так. Роль паладином, хоть у кого-то он будет. 0,9. Делюксон. 2,6. Деградация 4. Ну, у меня 151 чар. Паладин, кидай трейд на деградацию. Почему мне на власть не выпало, а? Выпало на выбор сотка. А тут дело не в сотке, тут мы по приору распределяем. Возьмите пати, брат. Возьмите. Мерлину Мэнсону в поем. Сейчас. Вон ли Мерлину. Так, дальше. Тринка, хилу. Хиловская тринка. Ну, он, это отдайте тоже, по-моему. Бэтмену надо. Бэтмен, тебе надо такую? Бэтмен, тебе надо, да, такую триню? Бэтмен, ну ответь что-нибудь. Бэтмен с Гера бери. Зачем она тебе нахуй нужна? Блин, она вообще нормально на друида с собой, да, хила, на дерево. Виня? Ну, она не то чтобы на дерево. Мне все пацаны говорили с гильдии, что она на дерево никакая абсолютно, ничего не дает.